в качестве вступительного слова я хочу несколько минут посвятить рассказу о том, каким образом математика стала движущей силой цивилизации. Может быть, многие как-то не очень хорошо это себе представляют, но это довольно удивительная история. И вот эту историю я сейчас расскажу. 250 лет до нашей эры родился Аполлоний Перский, древнегреческий математик, который входил в тройку великих геометров античности. И он написал, главное его сочинение – это конические сечения, 8 книг, в которых излагается теория эллипса, параболы и гиперболы. 4 книги дошли до нас в греческом оригинале, 3 в арабском, а 8-я книжка потеряна. Вот я, значит, тут изображены конические сечения. Вот если взять плоскость и пересечь конус, то слева мы видим такую кривую, которую студенты называют почему-то овалом. На самом деле это эллипс. Вот он ниже нарисован. Если поворачивать плоскость дальше, то наступит момент, когда эллипс разорвется и превратится в параболу. Это средняя картинка. И если дальше поворачивать плоскость, то эта плоскость начнет пересекать верхнюю полу конуса, и кривая распадется на две части, которая называется гиперболой. Эта кривая называется гиперболой. Вот, значит, прошло 1750 лет с той поры. Пока в Германии не родился Иоганн Кеплер, годы рождения 1571, год смерти 1630. Я о нем чуть подробнее попозже расскажу. Преподаватель математики в протестантской школе города Граца. В 1600 году Тихо Браге пригласил Кеплера в качестве помощника в Прагу. После смерти Тихо Браге в 1601 году занял его должность императорского математика при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II. В период 1600 по 1617 год открыл 3 закона Кеплера и скончался на 59-м году жизни. В наследство он оставил семье 22 IQ, насильное платье, 2 рубашки, 57 экземпляров своих эфемерид, 16 экземпляров Рудольфовых таблиц и рукопись астрономического романа «Сон». Весь свой капитал. Значит, когда он был учителем математики в Граце, у него была фантастическая идея описать планеты Солнечной системы, их, так сказать, движение с помощью так называемых платоновых тел. Эти платоновые тела – это трехмерные аналоги правильных многоугольников, их всего 5. Они носят имя платоновых тел, но мы их видели, некоторые из них мы видели. Вот там тетраэдр слева, это раньше был такой пакет молока. Потом вот гексаэдр, просторечие называется кубом. Потом октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. И вот он думал, это фантастическая идея, он думал, что надо организовать концентрическую систему сфер, в которых вписаны вот эти вот многогранники. Многогранники, видите, у них правильные все грани, правильные многоугольники, и все многогранные углы равны. И вот картинка вот имеет такой вид. Видите, тут куб, потом в него он вписан в сферу, а потом в куб вписана своя сфера и так далее. И он думал, что с помощью этой системы он может как-то описать движение планет Солнечной системы. Тогда их было 6. А в центре этой системы он поставил Солнце, что тоже было, конечно, дерзостью в то время. Значит, в конце концов, он даже издал книгу на эту тему, но с концами у него не сошлись. Но одну книгу он отправил Тихо Браге. А Тихо Браге – это знаменитый астроном, у которого была обсерватория в Праге, и который носил титул императорского математика при дворе императора Рудольфа II. И Тихо Браге не разделил, значит, взгляды Кеплера на природу Солнечной системы, но ему понравилось математическое искусство Кеплера, и он пригласил его к себе в качестве расчетчика. А через год сам умер. Сейчас, одну секунду.
Да, ладно, а куда-то пропали некоторые, несколько важных, ну ладно, слайдов, странно. Кеплер попал к Тихо Браге, и через год Тихо Браге умер, и ему досталось наследство, значит, все эти расчеты, наблюдения Тихо Браге, и он 17 лет, ну, в очень таком фантастическом, можно сказать, труде, пытался подобрать законы движения планет с помощью разного семейства кривых, покуда он не вышел на эллипс. Он увидел, что Марс двигается вокруг Солнца по эллипсу, где Солнце находится в одном из фокусов этого эллипса. Он написал несколько книг на эту тему, и одну из них даже послал Галилею. Но Галилей не оценил эту книгу, он не понял значения работ Кеплера, и, в общем, открытия Кеплера при его жизни не получили признания. Надо сказать, что судьба Кеплера просто очень драматическая, может быть, одна из самых драматических в истории науки. Но достаточно сказать, что он родился в семье наемного солдата, который редко бывал в доме, а вскоре его вовсе пропал. Он трехлетнюю школу начальную окончил за 5 лет, потому что вынужден был помогать матери по трактиру, работать в трактире. У него было очень плохое здоровье, он видел несколько лун вместо одной. Всю жизнь ему приходилось зарабатывать деньги, и часто он зарабатывал астрологией, астрологическими расчетами. Причем он немножко стеснялся этого и говорил так, что лучше уж зарабатывать на жизнь астрологическими прогнозами, чем просить милостыню. И астрология, как незаконное дитя астрономии, должна кормить, как дочь должна кормить свою больную мать, так и астрология должна кормить астрономию. И хотя он 30 лет был императорским математиком, но подсчитали, что он получил жалование только за 8 месяцев. Он вынужден был дневное время тратить на выбивание денег из казначейств, различных княжеств, которые там существовали в то время в Германии. И, в общем, ничего не оставил семье в наследство. И, кроме того, фантастическая история, его мать... Вот бывшую трактирщицу обвинили в колдовстве, и он 5 лет защищал ее от инквизиции. Ее должны были сжечь, и он смог ее защитить. И сам он, как протестант, был в гонениях постоянно. Его выселяли из города и так далее. В общем, и умер он непризнанным гением. В этом смысле его судьба в чем-то находит параллели с судьбой и других ученых, которые не получили признания при жизни. Вот в это же время жил Галилео Галилей, которым он посылал свои работы. Галилей, конечно, прожил в этом более благополучную жизнь. Он был профессором математики Пизанского и Падуанского университетов, а с 1610 года до конца жизни философ и первый математик светлейшего герцога Тосканского. Я специально это подчеркиваю везде в данной лекции, чтобы подчеркнуть, что все начиналось с математики. И вот Галилео Галилей написал: «Философия написана в величественной книге, я имею в виду Вселенную, которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова. Без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту». В год смерти Галилей родился Ньютон. Ньютон Исаак, 1643-1727 годы. Английский математик, физик, алхимик и историк, заложивший основы математического анализа и классической физики. Профессор математики Королевской кафедры Кембриджа, хранитель монетного двора, президент Королевского общества. Главный свой труд, который называется «Математические начала натуральной философии», издан в 1687 году. Ну, многие с этой даты отмечают начало эпохи математического естествознания. Вот еще один портрет Ньютона, называется «Божественный геометр». Интересно. Так вот, многие свои открытия Ньютон опубликовал, но самое важное открытие
Он решил зашифровать, потому что боялся, что соперники, а у него было несколько соперников, что могут распознать его методы. И вот это зашифрованное послание, анаграмма, она написана вверху. Ее расшифровали. Там, если переводить по латыни, вот следующее выражение написано по латыни. Если буквально переводить, то это будет анализ движения путем рассмотрения его мельчайших частей. Это хорошо. Он позволит вам определить силы из траектории или траектории из сил. Ну, а на современном языке это переводится так. Полезно решать дифференциальные уравнения. Это он считал, что это главное его открытие, которое он сделал в своей жизни. И он этот метод применял везде, где мог. И сделал колоссальное количество открытий. Ну и надо сказать, вот можете сказать, какое отношение это имеет к Лобачевскому. Вот мы можем гордиться, что ректор Казанского университета встал в один ряд с этими титанами математического естествознания и стал основоположником неевклидовой геометрии. Можем этим гордиться. Вот на этом моя вступительная часть закончена, и сейчас я перехожу к основной части своей лекции, а буду я рассказывать о том, как математика, о парадоксах, которые возникают в довольно-таки элементарных задачах теории принятия решений, и начну с так называемых групповых решений. Но тут я буду кое-что объяснять уже, потому что, так сказать, без объяснений это будет не очень интересно. Вот рассмотрим такую проблему. Предположим, что какое количество избирателей или членов комиссии должны принимать решения. И на основании своих предпочтений они составляется некоторый так называемый профиль голосования, некоторая матрица, в которой указано, как эти избиратели ранжируют кандидатов. Допустим, у нас есть три кандидата А, Б, С. Вот у нас есть три кандидата А, Б, С. Вот, например, семеро человек ранжируют в таком порядке. Первым ставят кандидата А, вторым Б, третьим С. Шестеро вот таким образом и так далее. Рассмотрим процедуру, простейшую процедуру голосования, процедуру относительного большинства. Что это значит? Тот кандидат, который наберет наибольшее количество голосов, становится победителем в групповом решении. Он выбирается. Вот, например, кандидат А набирает 7 голосов, кандидат Б 8, 5,3, и кандидат С 6 голосов. Тут что-то я сейчас название перепутанное. Дело в том, что я вчера переделывал эти презентации, потому что то, что я принес вчера, не было видно. И переделывал, и, видимо, некоторая перестановка произошла слайдов. Значит, смотрите. Да, надо же. Да, я понял, в чем ошибка. Я попросил секретаря лаборанта кафедры переводить эту презентацию PowerPoint, и она везде поставила заголовки. И причем одни и те же, я поэтому запутался. Значит, первая процедура относительного большинства. Тот, кто получает большинство голосов, тот выигрывает. Вот в этом профиле голосования видно, что кандидат А набирает 8, С 7 и Б 6 голосов. И А объявляется победителем, хотя он не набрал и 60% голосов. Тогда, допустим, кандидат Б, прогнозируя вот эту ситуацию, решил, поскольку он не проходит, снять свою кандидатуру с голосования. Он снимает. Что это значит? Это значит, что его надо вычеркнуть из всех предпочтений. Получается вот такая матрица, в которой остаются всего два кандидата, А и С. Но поскольку тут некоторые строчки одинаковые, мы объединяем, получаем такой профиль. И получается, что А набирает 10 голосов, а С набирает 11 голосов. И выходит С. То есть Б не любит А и заваливает его тем, чтобы снимать себя с голосования. Следующий слайд называется «Правило абсолютного большинства». Тут написано «относительно», это неправильно. Вот я вообще заголовка не делал, но вот теперь, значит, извиняюсь. Правило абсолютного большинства. Значит, если кто-то набирает абсолютное большинство голосов, больше 50%, то он, значит, выигрывает в первом туре. Если этого не происходит, то объявляется второй тур. Во второй тур выходят двое наилучших.
И потом уже соревнуются только между собой. И вот смотрите, вот, например, такой профиль. Вот тут вот А набирает 7, Б набирает 8. Значит, во второй тур выходит А и Б. Профиль голосования после этого становится вот таким. И мы видим, что побеждает А. Опять Б, понимая, что он не выигрывает, снимает свою кандидатуру до начала голосования, до начала выборов. Тогда профиль голосования, мы вычеркиваем Б из всех строчек, получается такой профиль голосования, и получается, что 10 проголосуют за А, а 11 за С. И получается, что выигрывает С. Но тут в этой задаче есть еще более удивительный парадокс. Вот он здесь изображен. Допустим, три избирателя, которые стояли в последней колонке, решили помочь кандидату А. Раньше они голосовали вот так, ставили Б лучше, чем А. А решили поменять свои предпочтения на А лучше Б лучше С. Была первоначально вот такая матрица. Видите, вот трое голосуют Б, А, С. А потом они поменяли предпочтение, написали А, Б, С. После чего, эта матрица, она равна вот этой матрице. Во второй тут выходит А и С, и во втором туре побеждает С. То есть хотели помочь А, проголосовали за А, но завалили его. Парадоксальная вещь. Правило Борда. Правило Борда. Борда – это такой французский математик, физик, морской офицер. Он был председателем Палаты мер и весов, и он предложил слово «метр». Так вот, правило Борда такое, что за последнее место не дается ни одного очка, за предпоследнее – одно очко, за второе с конца – два очка и так далее. Кто наберет наибольшую сумму очков, тот выигрывает. Вот смотрите, здесь, вот, например, А получает… А, два первых места, он получает 10 очков, Б получает 5 очков, С 12. По правилу Борда побеждает С, хотя абсолютное большинство голосов у А. Наконец, последний пример – это правило Кондорсе, метод попарных сравнений. Что это такое? Это проводятся попарные сравнения между всеми кандидатами. Кандидат, выигравший наибольшее количество попарных сравнений, является победителем. Но вот тут возникает парадокс нарушения транзитивности. Вот, например, в этой матрице А лучше Б, Б лучше С, а С лучше А. И, то есть мы замкнули цепочку, и непонятно, кого же выбрать победителем. Маркиз Жан-Антуан Никола де Кондорсе, это знаменитый в свое время человек, был энциклопедистом, был членом Академии французской и российской, но погиб ужасно. В то же время изобрели гильотину. Эти вообще процедуры голосования были... Да, эти процедуры голосования были как раз предложены для систем голосования, которые использовались вот во французском парламенте. И спасаясь от очередного витка демократии, он бежал в лес и встретился там с волками и погиб ужасной смертью. Вот. Наконец, я перехожу к последнему сюжету этой темы. Это довольно поразительная теорема, называется теорема Эроу. Эроу родился в 21 году, а скончался 2 месяца тому назад. В 72 году получил Нобелевскую премию по экономике за новаторский вклад в общую теорему равновесия и теорию благосостояния. Вообще-то он кончил математический факультет, потом началась война, он был офицером метеослужбы в американских ВВС. Потом, после войны, он уже пошел учиться на экономиста, поступил в аспирантуру, по-моему, Колумбийского университета, и написал кандидатскую диссертацию, он был доктор философии, в которой доказал вот эту теорему, которая его совершенно обессмертила. Все были поражены. И он был самым молодым Нобелевским лауреатом по экономике в свое время, потому что Нобелевская премия по экономике, она возникла где-то в 69 году, а он получил в 72-м, то есть одним из первых. Чем же знаменита эта теорема? Вот, товарищи, начали анализировать, как же правильно выбрать процедуру голосования, поскольку все они грешат парадоксами, противоречиями. И вот поставим такую задачу. Пусть имеется N избирателей и M кандидатов. Предпочтение этого избирателя мы будем описывать с помощью символов
Вот таких, что и ты избиратель, значит, ставит какого-то кандидата лучше другого, или они равны. Например, А больше Б, или А равно Б, А и Б одинаковые, или А не хуже Б. Это разрешается. И надо выработать групповое решение, которое будем описывать с помощью символа вот такого S. Будем поставим тут буковку S. И будет обозначать номер какого-то избирателя. И групповое решение должно зависеть от мнения членов группы, и должно удовлетворять некоторым естественным условиям. Что это за условия? Вот тут выписаны эти условия. Первая аксиома – полнота. Для любых, для любых кандидатов А и Б, либо А лучше Б, либо А равно Б, либо А меньше Б. То есть групповое решение должно полностью быть определено по поводу любых кандидатов. Второе – транзитивность. Если А лучше Б, а Б лучше С, то и А лучше С. Тоже естественно. Третье – единогласие. Если для всех избирателей А лучше Б, то и групповое решение тоже должно говорить, что А лучше Б. И, наконец, последняя аксиома, аксиома независимости. Она самая сложная. Групповое сравнение кандидатов А и Б зависит только от того, как эти кандидаты сравниваются между собой всеми избирателями. И не зависит от того, как эти кандидаты сравниваются с какими-то другими кандидатами. Что, давайте я это прокомментирую. Значит, вот смотрите. Например, есть два профиля голосования, разных. Вот этот профиль и вот этот профиль. Они, видно, что они разные. Но если мы оставим только кандидатов А и Б здесь, захотим оставить, и сотрем информацию о С и Д, уберем ее, то из этой матрицы и из этой матрицы мы получим вот такой одинаковый профиль. И это значит, что групповое решение должно для этих профилей сравнивать А и Б одинаковым образом. То есть какие-то третьи кандидаты в рассмотрении отношений между А и Б не должны быть замешаны. Как раз вот эта аксиома снимает возможность того, что кто-то снимает свою кандидатуру и выводит третьего кандидата на первое место. То, что было вот в предыдущих примерах. И вот теорема Ироу, которая была доказана в 51 году. Единственным групповым решением, удовлетворяющим аксиому 1.4, является правило диктатора. Выбирается любой из избирателей, и он назначается диктатором. Это означает, что предпочтение этого избирателя объявляется предпочтением всей группы. Других вариантов не остается. То есть вопрос в том, чтобы выбрать хорошего диктатора. Вопрос за малым – выбрать хорошего диктатора. А дальше… Хорошо, вот я об этом догадывался всегда, но хорошо, когда математики могут доказывать это строго. Значит, вот… Вот такой парадокс. Теперь я перехожу к второму циклу парадоксов, так называемый вопрос оптимального выбора. Я тут хочу рассказать несколько парадоксов. Но для этого надо немножко вспомнить вероятность. Если кто забыл, то что самое главное надо помнить? Вот вероятность, между прочим, очень простая наука, хотя студенты ее боятся, она входит в золотое ядро математики. Что такое золотое ядро математики? Это математический анализ, это линейная алгебра и геометрия, и это вероятность. И эти курсы должны читаться всем, потому что они, это простые науки, и на них базируется колоссальное количество других наук. Например, физика, если условно разделить физику на три царства, это классическую физику, это статистическую физику и квантовую физику. То если классическая физика базируется в основном на анализе и на геометрии дифференциальной, то статистическая физика и квантовая физика очень существенно используют язык теории вероятности в самых фундаментальных областях. Ну и в общественных науках тоже. Итак, значит, что надо помнить про теорию вероятности? Что есть, некоторое пространство исходов какого-то эксперимента, какого-то явления, которое вы изучаете, оно здесь изображено в виде вот этого круга. В нем есть всевозможные подмножества, они называются событиями. Вот тут мы перечисляем, допустим, все точки вот этого множества, например, таким образом. А – это некоторые события. И каждому элементарному исходу, каждой точке, мы приписываем некоторое число положительное, называется вероятность этого исхода. И все так. Теперь, какие свойства сразу отсюда следуют? Отсюда следует… Вот такие свойства. Во-первых, да, требуется, конечно, чтобы числа были такими, чтобы в сумме они давали единичку. Это значит, что вероятность всего пространства равна единице. А вероятность события подсчитывается как вес, как сумма вероятности точек, которые попадают в это событие. И вот выполнено самое главное свойство, что вероятность объединения непересекающих множеств равняется сумме вероятности, что тоже очевидно. Это называется аксиома аддитивности. Например,
В классической схеме, если все вероятности всех точек равны 1n, тогда в сумме они будут давать единичку, тогда вероятность события очень легко подсчитывается как количество точек в А делить на n. Это так называемая классическая схема. И вот еще есть важное понятие условной вероятности. Допустим, известно, мы часто им пользуемся в жизни, на самом деле в неявной форме мы часто этим пользуемся. Допустим, известно, что событие Б произошло. Что это значит? Что в результате эксперимента выпала какая-то точка, которая попала в событие Б. Вот что это значит. Спрашивается, какова вероятность того, что произошло из события А? Так вот, вот эта условная вероятность, как ее посчитать? Надо посчитать, сколько у нас точек, которые попали и в А, и в Б, вот, это, вот таким образом, и разделить на общее количество точек, которые попали в Б, потому что нам уже сказали, что событие Б произошло, значит, выпала точка вот из этого кружка. Но вот эту дробь мы можем переписать вот таким образом, разделив обе части и числитель и знаменатель на n, но это не что иное, как вероятность вот этого события b, а вот это есть вероятность p от b. И поэтому условная вероятность события, вот это называется условная вероятность события при условии, что произошло событие b. Вот она, это определение условной вероятности. Если событие b никак не влияет на вероятность события, то есть если p от a при условии b равняется p от a, то тогда легко видеть, что p от a b равняется p от a умножить на p от b. И в этом случае говорят, что события А и Б независимы. Вот, собственно, все, что я хотел сказать про вероятность на данный момент. И вот задача. Знаменитая задача. Называется, ну, тут культурно называется задача об оптимальном выборе. Ее называют иногда задачей о выборе секретаря. Это тоже культурно. Вот задача о выборе жениха или невесты и так далее. И так далее. Или задачей о разборчивой невесте. Ее вот такое еще назвали. Значит, что это за задача? Есть n объектов, и из любых двух из них можно определить лучше. Всегда можно сравнить два объекта между собой, искать, кто лучше, кто хуже. Нужно выбрать лучше из всех n вариантов, но нельзя возвращаться к крайне отвергнутым. То есть, допустим, если вы хотите выбрать жениха, в течение, допустим, мы решили за какой-то период просмотреть какое-то количество кандидатов, то опасно выходить замуж за первого встречного, опасно ждать самого последнего. Надо придумать какую-то разумную стратегию. То есть пропустить какое-то количество кандидатов, так сказать, изучить популяцию женихов в данной местности, а потом где-то надо остановиться. Но вернуться к ранее отвергнутому уже нельзя. Эти товарищи уже ушли или обиделись. И вот давайте определим, значит, какими стратегиями мы будем пользоваться? Ну, например, стратегия Т0. Останавливаемся на первом встречном. Стратегия Т1. Пропускаем первый объект и останавливаемся на первом наилучшем из ранее просмотренных. То есть первого пропускаем, а там идем до первого лучшего. И там останавливаемся. Стратегия Т2. Пропускаем два объекта и останавливаемся на первом наилучшем из ранее просмотренных. Останавливаться на худшим, чем ранее просмотрели, бессмысленно, потому что в этом случае вы явно не выберете лучшего. Надо идти до лучшего того, что вы видите. Ваша цель – выбрать лучшего во всей группе. Ну и вот рассмотрим такой эксперимент. Вот предположим, что у нас 4 кандидата. Ранги кандидатов – это первый, это лучший, второй, третий, четвертый. Вот я тут написал все варианты, все способы, какими вы можете встретить этих кандидатов в жизни. Значит, вы можете, значит, встретить их в таком варианте, то есть лучший будет самым первым, кого вы увидите. Либо первый будет, лучший будет стоять на втором месте в этой группе, либо на третьем, либо на четвертом. Вот если мы предположим, что мы останавливаемся на первом встречном, то есть пользуемся стратегией Т0. Какова вероятность того, что мы выберем наилучшего, если мы пользуемся этой стратегией? Таких вариантов мы видим всего 6, вот они, из 24. Значит, вероятность успеха при этой стратегии будет 6/24. Если же мы будем пропускать одного, вот смотрите, если мы пропускаем здесь одного, то мы уже не выигрываем, потому что лучшего мы уже пропустили. Вот здесь... Если мы пропускаем одного, то мы выигрываем, потому что второй будет лучшим. Вот 6 вариантов, которые годятся. Если вот здесь вот мы пропускаем одного, смотрите, вот здесь мы сначала пропустили второго, потом видим третьего, но третий хуже, чем второй.
Потом выбираем следующего, первый. Вот мы находим лучшего. Первый. Вот здесь мы тоже находим лучшего. Вот здесь не находим. Почему? Потому что здесь мы третьего пропустили. Второй лучше, чем третий. Мы остановились на нем. А до единички мы не дошли. И здесь... А здесь нет. Здесь вот мы дойдем до наилучшего, потому что четвертого мы пропустим. Здесь мы не дойдем, потому что после четвертого будет второй, который лучше, чем четвертый, и мы на нем остановимся. Ну и так далее. В общем, легко просмотреть все варианты. И выясняется, что вероятность того, что вы выберете лучшего при стратегии Т0, равняется 6,24. Лучшего при стратегии Т1 – 11,24. При стратегии Т2 – 10,24. И при стратегии Т3 – это значит, трех пропустили, и на четвертом вы уже вынуждены остановиться. Но тогда вы выбираете лучшего с вероятностью 6,24. И видно, что вы выбираете... Лучший вариант – это если одного пропустить, а потом идти до первого лучшего. Теперь, если же количество вариантов равно 100, то надо пропустить первые 30. Вот это все можно проанализировать строго и не очень сложно. Если количество вариантов равно 100, то надо пропустить первые 37 вариантов и далее идти до первого наилучшего. Тогда вероятность того, что вы выберете лучший вариант из всех возможных, будет порядка 0,37. Почему 37? Оказывается, 37 – это 100 делить на e. e – это вот такое замечательное число, вот такая константа, которая изучается в курсах анализа. Как, вот такой замечательный предел, она приблизительно равна 2,718. И вот когда я, значит, обычно студентам… Да, и в общем случае, когда количество вариантов n достаточно велико, то надо пропустить одну эту часть кандидатов. Эта часть нужна для того, чтобы вы, так сказать, как я уже сказал, оценили популяцию женихов, а потом идти до первого наилучшего. И тогда вероятность выбора лучшего объекта будет равна одной етой, приблизительно 0,37. И вот когда я рассказываю про константу е, я всегда вспоминаю вот такую вот потрясающую формулу. Эйлер, тоже великий математик, но уже следующего века, после Ньютона, величайший, он всегда входит в пятерку лучших математиков за всю историю. И он долго жил в России и умер в России. И вот ему принадлежит вот эта знаменитая формула Эйлера, которую в мои студенческие годы студенты мехмата носили иногда на своих стройотрядовских куртках как эмблему математики. Чем вы можете сказать, что это? Ну, что это за формула? Знаете, в западных журналах иногда проводят хит-парады формул. Какая формула самая красивая или самая там, важная и так далее. И вот эта формула Эйлера, она всегда входит в призерах. Чем она замечательна? Посмотрите. Тут 4 математические константы. Е – это константа из анализа, корень из минус единички – это константа из алгебры, пи – это константа из геометрии, и единичка – это константа из арифметики, или, если хотите, теории чисел. Такое мистическое единство математики. Говорит о божественном происхождении математики. Где можно еще увидеть такие выражения. Теперь я хочу перейти к следующему парадоксу, совсем из другой оперы. Но поскольку мы находимся в Институте экономики и финансов, я решил выбрать парадокс из области финансов. Но для того, чтобы его обсудить, я должен напомнить, что такое случайная величина. Случайные величины – это отображение пространства исходов в числовую ось. Ну, то есть вы берете пространство исходов и точки куда-то отображаете. И, допустим, вы отображаете их в какие-то точки АИ, и пусть вероятность всех точек, которые попали в точку АИ, равна ПИ. Тогда можно определить среднее значение случайной величины, то есть константу, около которой колеблются эти значения. Это вот, оно определяется так, ЕКСИ равняется сумма АИ умножить на ПИ. И, наконец, важное, если у вас есть две разные случайные величины, КСИ и это, то они говорят, что они независимы, если все события, связанные с одной величиной, не зависят от событий, связанных с другой величиной. То есть, если вероятность вот такого события равна произведению вероятности. Ну и вот, теперь переходим к самой задаче, к самому
ну, некоторые удивительные задачи. Значит, предположим, что мы можем инвестировать начальный капитал А нулевое в некоторый проект или играть в какую-то игру. И в течение, за один период ваш капитал увеличится или уменьшится в какое-то количество раз. Вот это коэффициент обозначим R1. И предположим, что мы инвестируем капитал в этот проект на протяжении некоторого количества периодов, ну так что, значит, переход от капитала в момент времени K-1 к капиталу в момент времени K, вот выглядит так, значит, RK – это коэффициент. Ну, например, я не знаю, допустим, вы играете в какую-то игру, в результате которой вы ставите какую-то сумму на кон, вы можете, допустим, с какой-то вероятностью выиграть и удвоить свою сумму или потерять ее. Пример такой игры может быть. Или, позже будет другой пример. И предположим, что вот эти коэффициенты, но они случайные величины, потому что трудно предсказать, что произойдет с капиталом за один период. Но все независимые случайные величины. И теперь мы напишем, как изменится капитал за n периодов. Ну, смотрите, если начальный капитал равнялся А нулевому, в течение первого периода он умножится на R1, потом на R2 и так далее. И за N периодов получится вот такое произведение. Давайте упростим его. Давайте вот что сделаем. Разделим АН на 0 и возьмем логарифм. И тогда известное свойство логарифма произведения переводит в сумму. Значит, здесь будет логарифм АН делить на N0, а здесь сумма логарифмов РК. Или если мы, умножим на одну n это выражение, то получим вот такую формулу, что логарифм an делить на n0 в степени 1 n равняется вот такой сумме. Здесь стоит средняя арифметическая случайных величин, который обозначен логарифм rk. Теперь смотрите, есть такой знаменитый закон больших чисел, который означает следующее, что средняя арифметическая сумма независимых случайных величин, ну, допустим, одинаково распределенных, стремится к их среднему значению, общему. То есть вот это вот есть закон больших чисел. А среднее, оно равняется среднему значению от логарифма этой случайной величины. Но если это так, то мы можем сказать, что при больших n вот эта штука приблизительно равняется, мы избавляемся от логарифма, значит, она приблизительно равняется e в степени m, или перебрасываем одну n в правую часть, получаем, что капитал растет так. А n равняется, приблизительно равняется А0 умножить на e в степени nm. То есть за n периодов он у вас будет расти. Вот это в финансовой математике называется непрерывными процентами. Значит, такая форма. Вот. И теперь смотрите. Вот пример, парадоксальный пример. Предположим, что вы можете инвестировать деньги в пакет акций, которые за один период с вероятностью 1/2 вырастет в цене в 2 раза. Или с вероятностью 1/2 упадет в цене в 2 раза. Или вы можете держать деньги под матрасом. Ни та, ни другая инвестиция не дадут вам прироста. Понятно, что если вы будете держать деньги в акциях, то они половину времени будут расти в 2 раза, половину времени падать, приблизительно. И поэтому много денег вы не накопите, если не потеряете. А если вы будете держать деньги под матрасом, тоже выигрыша у вас не будет. Но давайте мы будем балансировать портфель так, чтобы половина нашего текущего капитала лежала в акциях, а половина под матрасом. Что получится? Как может измениться ваш капитал за один период? Если судьба будет благовольна, то если акции пойдут вверх, то деньги под матрасом, их половина будет, а те, которые в акциях, они вырастут в 2 раза. И поэтому ваш капитал увеличится в 1,5 раза. Если же акции пойдут вниз, то капитал упадет, потому что деньги под матрасом, половина денег останется, а та половина, которая была в акциях, упадет в цене в 2 раза. И ваш капитал уменьшится в 0,75 раза. Значит, среднее значение вот этой величины, логарифм R, равняется вот этой сумме. Ее можно посчитать. Это будет 0,59. Или это будет e в степени 1,06. Это значит, в этом случае капитал будет расти в среднем на 6%. То есть, если вы будете придерживаться этой стратегии, то вы будете получите 6% из ничего, можно сказать, из двух плохих активов. На финансовом жаргоне это называется накачка волатильностью. Так, и теперь последний парадокс из этой серии. Он будет связан с формулой Байеса. Формула Байеса.
Я напомню, что это такое. Вот если, пусть у вас есть полная группа событий, то есть события, которые попарно не пересекаются, но в сумме дают все пространство. Тогда, если есть еще какое-то событие B, то вероятность события B, она складывается из вероятности кусочков B, A, I, но которые могут быть переписаны как, вот через условные вероятности вот таким образом. А если у вас стоит вопрос переоценить вероятности события АИ при условии, что произошло событие Б, то вот тогда можно вот эту вероятность записать по определению, а вот это вот переписать вот таким образом и разделить на P от B. Если же P от B вам неизвестно, то вы можете вычислить по формуле полной вероятности. Это называется формула Баллс. Абсолютная тавтология. То есть вот доказательство приведено в одну строчку. Казалось бы, ничего такого. Из пустого в порожнее перекинуть. Но эта формула помогает нам мыслить в таких ситуациях, когда вот возникает случайность. Вот задачка. Предположим, что есть некоторый тест правильно предсказывает наличие или отсутствие определенного заболевания с вероятностью 0,95. То есть в 19 случаях из 20 тест дает правильный ответ. В любом случае, если вы болеете, то тест покажет, что вы больны с вероятностью 0,95. А с вероятностью 0,05 он скажет, что вы здоровы, ошибется. И наоборот, если вы здоровы, то тест скажет, что вы здоровы с вероятностью 0,95, а с вероятностью 0,05 даст положительный результат, то есть предскажет, что вы болеете. Допустим, 1% населения имеет это заболевание. У нас есть такие заболевания, когда не очень такие... Я сам попадал, кстати, в эту ситуацию, даже удивительно. Значит, допустим, 1% населения имеет это заболевание. Предположим, что вы прошли тестирование и получили положительный результат. Какова вероятность того, что вы действительно больны? Ну, давайте проанализируем эту задачу с помощью формулы Байес. Допустим, событие А1 – вы больны, событие А2 – вы здоровы, событие Б – тест положительный. Тогда... Да, надо. Видимо, там меня не слышат сзади, да? Или слышат? Кстати, я заметил. Значит, тогда мы можем написать вот следующую формулу. Вероятность того, что тест положительный, что при условии, что вы здоровы, при условии, что вы больны, 0,95. А вероятность того, что вы вообще больны, 1/100, и вот здесь. Ну, мы просто выписываем условия задач. И тогда по формуле полной вероятности мы подсчитываем вероятность того, что тест положительный, она равняется 0,059. И тогда вероятность того, что вы больны при условии, что тест положительный, оказывается равна всего 0,16. Это значит, что несмотря на то, что тест положительный, что вам говорят, что вы больны, на самом деле вы больны с вероятностью 0,16. А с вероятностью 0,84 вы здоровы все. Вы знаете, а когда люди узнают отрицательный диагноз, они начинают пугаться. А оказывается, это еще не совсем. Надо сделать второй тест, и тогда может быть, что-то более точный прогноз будет. Вот. Это... Я рассказал последнюю задачу. Сколько у меня времени осталось? 10 минут. Ну, хорошо, я так в сокращенном варианте немножко. Значит, оказывается, ну, я рассказывал вам парадоксы, те, которые, в общем, довольно элементарные и давно известны. Последние годы совершается, на самом деле, некоторая эволюция в информационных технологиях. И успешно развивается новое направление прикладной математики и информатики, называется анализ данных, анализ данных, ну и современная, так сказать, стадия развития этих наук – это машинное обучение. Что такое машинное обучение? Машинное обучение – это наука, которая конструирует такие алгоритмы, которые позволяют компьютерам, анализируя данных, повышать свои прогнозирующие качества или свои качества принятия решений с помощью
изучение новых данных. В некотором смысле компьютер напоминает такое животное. Вы даете ему пищу, даете ему данные, оно их поедает, поедает и становится все умнее и умнее. Оно становится, оно все лучше и лучше прогнозирует. И вот оказывается, вот, например, я зачем про эту тему начал рассказывать, потому что оказывается, например, простая идея байесовской формулы тут тоже работает. И возникло целое большое направление в этой области машинного обучения, называется байесовское машинное обучение. Я только объясню, каким образом это может работать. Вот представьте себе, значит, ну, тема тут немножко более сухая. Значит, предположим, что есть некоторый объект, который характеризуется каким-то вектором признаков x и классом c. Ну, например, признаки рост и вес, а классы m и g. То есть, допустим, вы измеряете рост и вес и классифицируете, мужчина вы или женщина. Допустим, ваша задача проклассифицировать по этим параметрам ваш пол. Нужно научить компьютер предсказывать класс объекта по вектору признаков. На процесс обучения. Дано n объектов, для каждого из которых известен его класс. Вот классы, классов. Воспользуемся формулой Байеса. Значит, вот напишем формулу Байеса, которую только что я выписывал. Значит, CI образует полную группу событий. Значит, вероятность CI при условии X может быть выписана так. P от X может быть найдено по формуле полной вероятности. Ну, при условии, что все у вас есть. Теперь, и если у вас появляется какой-то новый объект X, то вы должны вычислить условную вероятность класса CI при условии, что вы наблюдаете объект с признаком X. Вы должны вычислить все вот эти вот апостериорные вероятности и найти такой из звезды, для которых вот эта вероятность максимальна. То есть вы должны найти такой класс, вероятность наблюдения которого максимальна при заданном новом объекте X. Вопрос. Тогда мы можем сказать, что вот с такой-то вероятностью, допустим, наибольший объект X принадлежит классу CI со звездой. Но вопрос, откуда взять вот эти недостающие данные? P от X при условии CI и P от CI. Ну вот таким образом. У нас есть обучающая выборка. Допустим, мы их так перенумеровали, что вот N1 объектов первых имеет класс C1. N2 следующих объектов имеет класс C2. НК следующих, НК последних объектов имеет класс ЦК. Вот я их разбил на группы. Это объекты первого класса, второго и так далее. Тогда как оценить, например, вероятность ЦИ? Да просто посмотреть, какую долю в нашей выборке представляет объекты из класса ЦИ, допустим, НИ, и разделить на общее количество объектов. Это будет априорной вероятностью оценки класса ЦИ. А вот как оценить вот эту вероятность P от X при условии CI? Ну, тут можно сделать так. Взять вот эту обучающую выборку, и по ней нам известно, что они принадлежат классу C1. Поэтому мы можем по этой выборке с помощью, например, методов статистики оценить вероятность P от X при условии C1. Настроить эту модель. Например, если это гауссовское распределение, то можем оценить параметры гауссовского распределения, и мы знаем, как выглядит вот эта вероятность и так далее. То есть, видите, мы с помощью данных можем оценить это и это, а потом мы можем вычислить и это, и найти максимальное. Вот в этом идея байесовского классификатора. Ну и, наконец, последний сюжет, который называется персептроном. Что такое персептрон? Вот представьте себе, что у вас есть, допустим, объекты двух классов, вот они тут нарисованы, вот объекты одного класса и объекты другого класса на плоскости. И, например, на глазок вы можете провести линию, которая разделит вот эти вот объекты. То есть точки, которые лежат выше, и точки, которые лежат ниже этой прямой. Ну, на глазок это можно сделать, конечно, на плоскости, но в многомерном пространстве это сделать довольно трудно. Потому что человек максимум видит вот такой в плоскости, а в многомерном пространстве это не трудно сделать. Но что значит провести прямую или там гиперплоскость, например? Что это значит? Это значит, надо найти коэффициенты гиперплоскости, то есть подобрать уравнение гиперплоскости задается линейной функцией. Вот есть какие-то коэффициенты W0, W1 и так далее. И тогда мы должны так провести гиперплоскость, чтобы если точка принадлежит классу C+, красная точка,
то тогда вот эта сумма больше нуля. Если она, эта сумма меньше нуля, то точки должны принадлежать к классу c минус. Ну, а если они лежат на самой прямой, то эта сумма равняется нулю. Это уравнение гиперплоскости или прямой. И давайте так, значит, с помощью... Дальше идет некоторая техническая часть, но я думаю, что, может быть, стоит ее немножко пропустить. В общем, мы можем некоторым образом преобразовать данные, ну, расширить эти вектора так, чтобы все было единообразно выглядело, ввести вот такие вот функции. И потом мы будем приписывать объект классу c минус, если f от x меньше нуля, и классу c плюс, если f от x больше нуля. Потом мы вводим переменную класса y и вводим вектора zk, которые вот так, таким образом связаны с векторами xk. Я сейчас, значит, поясню, так сказать, еще раз это. И вот сам алгоритм перцептрона. Смотрите, на самом деле, что происходит? Компьютер, значит, просматривает точку, вычисляет некоторые выражения и смотрит, больше оно или меньше нуля. Если оно больше нуля, то все хорошо, точка правильно классифицирована. А если меньше нуля, то неправильно. И надо подкрутить коэффициенты. И подкрутка происходит с помощью вот этого алгоритма. Очень простого, посмотрите. И мы делаем до тех пор, пока для всех n точек, которые у нас даны в качестве обучающего, у вас не происходило никаких изменений. То есть у вас коэффициенты стабилизировались. То есть фактически, геометрически это происходит так. Вот компьютер так подкручивает эту прямую, если он ошибается, неправильно классифицирует, он немножко изменяет направление прямой и так далее, пока он не устанавливается. И удивительно, что оказывается, действительно алгоритм работает, за конечное число шагов компьютер обязательно найдет нужную гиперплоскость, но только если действительно точки разделены, если действительно такую гиперплоскость можно провести. И вот это дело на самом деле является... Самой простой нейронной сетью, которая очень популярна в последнее время тоже. Значит, что такое нейронная сеть? Нейронная сеть – это значит, вот есть какие-то, значит, сигналы, которые поступают в некоторый сумматор. В сумматоре эти сигналы суммируются, потом проверяется, больше эта сумма там, нуля или нет. Если она больше нуля, то все хорошо, а если меньше, то происходит изменение вот этих коэффициентов. Вот такая вот задача. И это нейронная сеть, это изображение работы нейронной сети, ну такое утрированное, конечно. Что такое нейрон? Значит, нейрон связан с связями с другими нейронами, по ним проходят какие-то электрические сигналы. Если суммарный сигнал достигает определенной величины, то нейрон активизируется и там сам посылает сигнал. Вот. И, значит, но в этом смысле мы, этот алгоритм перцептрона моделирует работу одного нейрона. Но если этого сделать нельзя, например, вот у вас две точки вот так лежат, а две точки, другой класс лежит вот так. Ясно, как бы вы ни ухитрялись, вы не сможете разделить их одной прямой. Но тогда можно сделать следующее. Можно вот эти две красные точки... Значит, провести такой, две прямые с этой стороны и с этой стороны, так, чтобы красные точки попали между этими прямыми, а зеленые снаружи. И вот для того, чтобы настроить вот эту прямую, нужен один персептрон. Для того, чтобы настроить вот эту прямую, нужен второй персептрон. Вот у вас возникает двухслойный персептрон. То есть, в принципе, мы можем решать даже вот такие задачи уже, но, правда, надо увеличить количество персептронов. Вот такая вот... Это есть, как бы имитирует работу нейронной сети. А нейронные сети сейчас получили особую популярность. Вот в прошлом году я читал, вторым открытием года, я не помню, какое первое, но второе меня поразило. Второе открытие года создана нейронная сеть, так называемая, но с новой архитектурой, глубинного обучения, глубокого обучения, которая выиграла там у чемпиона мира в Го. Уже компьютеры, смотрите, как играют. Да, выиграла в Го. Вообще, и я еще недавно прочитал то, что меня поразило. Недавно был поставлен эксперимент, что недавно поставил, прочитал следующее, что был проведен некоторый эксперимент у крыс, по-моему, взяли клетки, которые отвечали за слух, пересадили в то место, где сидят клетки, которые отвечают за зрение, и наоборот.
Ну и думали, что животное погибнет. То есть просто взяли кусок, перетасовали два кусочка мозга. Но самое поразительное, что эти клетки через некоторое время адаптировались, и мозг продолжал работать уже в правильном режиме. То есть клетки нашего мозга, они ведут себя как вот такие механические устройства, которые, значит, обрабатывают информацию и могут даже переналадиться.